Как она клёва. Куда мы приехали? В своё время, когда папа мой приезжал в 84 году, у нас был деревообрабатывающий комбинат. На комбинате, естественно. Так и назывался, док. И из нашего леса мы делали всё. И пианино в том числе мы делали. Сегодня, сейчас, к сожалению, ну, такая необходимость. И комбинат не хочет это дело, чтобы было восстановлено. Может быть, это их не право. Почему нет? Комбинат должен производить продукцию. Он это и делает. И зарплата на комбинате реально хороша. Мало того, вы понимаете, да, что Магнитогорский металлург — это тоже прообраз комбината. И второй год, и даже третий год. Первые места. Может быть, еще и в этом году что-то случится. Но мы сегодня приехали в другое место. На этом месте ничего раньше не было. Представляете? Ну ничего. Здесь была пустошь такая. Ау! Вы где? Эта пустошь располагается прямо напротив Магнитогорского цементного завода. Ну вы понимаете, да, что здесь 10 лет назад ничего просто не было. И сегодня сейчас замечательное производство. И сегодня сейчас здесь вам делается дерево. Дерево хорошее, дерево качественное. Кроме всего прочего, посмотрите ценники. Ценники не такие уж и большие, если честно. Потому что все делается здесь. Здесь все это дело пилится, здесь все это дело вам продается. Но по сути событий. Мы говорим, что такое Урал-лес-технологии. Урал-лес-технологии — это не только продажа дерева. Посмотрите, что за моей спиной. Из этого дерева делаются исключительные вещи. Ну что вы все, коммерция, коммерция. Да не коммерция единый сыт человек. Что такое коммерция? Купи-продай. Что такое грамотный человек? Это человек, вкладывающий и в производство тоже. Вообще, коммерция, коммерция и рознь. Я лично вам показываю то, что делается по сути для вас. А сегодня это лес. Помните, да? 2012 год. Здесь был пустырь, а сегодня это не пустырь. Я бы сказал, это круто. Без привлечения средств. Построен собственный и, главное, теплый и правильный цех. Вот так вам понять необходимо. Это надолго. Поскольку вы думаете, что без дерева строительство не обходится, и будете совершенно неправы. Полы, перекрытия, стены, потолок, двери – все это из чего? Мало того, любимая моим сердцем одноэтажная, хотя она далеко не одноэтажная, Америка из чего делается? Из дерева. А теперь посмотрим, как это делается из нашей и ненаглядной уральской сосны. Если кто и не помнит, то раньше были громадные пилы. У них отход был, мама не горюй. Сегодня здесь ленточные пилы, мизерный отход по опилкам. И прежде чем вы можете получить брус на продажу, вы можете купить необструганные доски за 2000 рублей за куб. Или необструганную доску 25-миллиметровую за 5000 рублей. Либо доску обрезную разного типа по 6,5-400 тысяч рублей за кубометр. Ну и естественно за ту же самую сумму и брус. Я с детства, как и все, люблю смотреть на огонь, воду и на то, как человек работает. Вот только детство у меня было немножко другое. Все-таки как-никак столяр-слесарь с третьего разряда. И вот вам правило. Доска, распиленная ленточной пилой, да ее хоть на пол бросай. Количество и качество отличное. Мы понять-то должны. Был док, его не стало. Но будем говорить, деревообрабатывающий комбинат, и это, простите, не ММК. Взять, к примеру, горбыля. Почему и нет? Да не штакетник, ну и что? Положенный возраст, он отработает. А дальше можно и в печь. Дома из грамотного просушенного бруса легко простоят от 50 лет, а может быть и более того. Может быть и сын посмотрит, что получится. Но главное для всех – это не хрущ, не брежневка, не панель. Главное – это место внутри вашего дома. Извините, любители косячных квартир в общагах – это не то, что вам нужно. К слову, общаги, да не везде такие. Не посидишь, шашлык не приготовишь, музыку не послушаешь. Я честно и больше люблю свой дом. Чего и вам желаю. А как дом делается внутри? Вот это круто! В этом классном цеху есть даже станки с ЧПУ. Современные станки. Можно, конечно, и 3D-проекцию сделать, а можно из классной сосны сострогать такое, что не каждый сможет. И не говорите, что все это можно сжечь. Год-то какой, а? Второе десятилетие 2000 года.
есть замечательные, абсолютно не пахнущие присадки. Я думаю, ваш шлакоблок развалится ранее, чем загорится ваш правильный дом. Из леса, естественно. А вообще, вернувшись на круги своя, я вам отвечу. Все мировые войны, все конфликты на протяжении 2000 лет Россия жила в деревянных домах, топилась деревом и отмусолила всех, всех, господа. Не лезьте вы в нашу историю, не ваше это дело. А мы, правильные мужики и наши девушки, сделаем свои изумительные дома из нашего классного дерева. Когда все это дело началось? Это дело началось в 2012 году. Не так давно, 5 лет. До этого просто, когда вы здесь смотрели, вы не понимали, о чем речь-то идет. А сегодня сейчас-то практически готовое комплексное производство, где не только лес пилится, здесь из него еще и делают. А вы посмотрите, какие у него станки, числовые программные управления, что делается-то. Супер делается-то, вообще идеальный вариант. То есть мы о чем говорим? О чем мы сейчас будем говорить? О том, что человек вложился сюда. Он ничего не продал, он все сделал красиво. Да, конечно, деньги немалые, но и результат. Посмотрите, здесь работают магнитогорцы. Все магнитогорцы, они здесь работают. Мало того, магнитогорец получает замечательный стройматериал, из которого вы все можете сделать. Это ли не есть правило? Я считаю, что и это правило. Теперь, когда мы говорим о сути бытия, вы, в принципе, можете посмотреть расценки. Расценки прямо здесь. Мало того, этот лес при вас изготавливается. То есть никто ничего не делает. Делается лес, естественно, из замечательной башкирской древесины. Уже потом, мне сейчас начинают говорить, высаживается ли там. Естественно, тот, кто пилит, тот потом высаживает. Это все нормально. Почему? Потому что я ехал, и мне говорили. А я говорю, что нет, ребят, есть люди, которые этими делами занимаются, делают это все правильно. Потому что другого варианта и нет. Мы хотим лес. Лес – это естественный организм, который восстанавливается. Ничего сложного. Здесь не столько много леса, сколько вам бы хотелось. И весь этот лес уйдет куда? Уйдет на ваше строительство. А уже затем, ну, лет через 20, 30, а может через 50, на том же самом месте вырастет новые делянки. И тогда все обратно. Теперь мы когда говорим о этом месте, где все это располагается, это выезд в сторону Белорецка, прямо напротив цементного завода. Проехать сюда легко и просто, с любой точки. Покупайте лес, делайте. И вы посмотрите, как это все красиво. Потому что это делается для вас, уважаемые наши магнитогорцы и гости нашего города.